Хорошего утра, летнего настроения. Рада возможности общаться и, конечно же, подарить вам этот замечательный пейзаж. Море и вот такая вот замечательная солнечная погода. О, Лёшечка, привет, дорогой. Моречка дарю. Всем. И, конечно же, с наступающим праздником, с Днем России. Всего самого-самого хорошего и самого доброго. Олег, привет. Рада видеть. Так что вот замечательная погодка. Правда, дождик обещали завтра, но это будет завтра. А сегодня у нас вот так вот. Так что, в общем, народ так прилично. Вот многие уже на обед, правда, я все... У меня только утро, ну, в общем, как всегда. Все как всегда. Вот. Так что пейзаж замечательный. Не радовать, так сказать. Поэтому, собственно... Да. Люба, моя солнышко, моя дорогая, привет, привет. Да, Олег, привет. Так что, в общем, красота. Вот. В море температура тоже достаточно теплая. Красота. И настроение, соответственно. Чего желаю вам, мои дорогие. Вот. Еще раз всех с наступающим праздником. Много нам сил. Вот. Ну и как это? Выжить, дожить и пережить. Наверное, так. Спасибо, Олег, спасибо. Да я приятная с полезным, в общем-то. Благодаря профессии вот удается бывать в разных таких замечательных местах. Чему я очень рада. Люблю свою профессию и путешествия. Вот. Так что, в общем, на связи. Да, еще что-то хотела очень важное сказать. А, по поводу того, что мне говорили билетов, ну, с билетами, в общем-то. Ну, отдыхающих много достаточно, несмотря на то, что это начало лета, всего лишь только, вот буквально. Вот говорят, что с 15 числа будет, ну, планируется еще больше. Вот, так что... О, как здорово! Надюше привет большой! Вот. А Надя в каком городе сейчас? Так что, в общем, такая вот красота. Такие горы, облака, пляжик и наша любимая моречка. Люблю, целую, обнимаю. Заходите на канал YouTube. Добро пожаловать! Эксклюзивные материалы. Это обязательно. Вот. Ну и, конечно же, всем хорошего настроения. А, да, Сочи. Бархатный сезон у нас к осени ближе, Олег. Не в солнечном. Ага, ага. Так что... Я сделана из дождя. Люблю, обожаю. Чтоб не заметить, прошел ты мимо востоки моей мечты. За что ты? А я попою, да попою, что придет к тебе. А я попою, да. А, название, поняла, Олег, название. Ага. Доброе утро. Классное название, универсальное. Всегда бархатный.